Город Дивногорск, 23 марта 2019 года. Сегодня суббота. Улица Бочкина. Ну, сейчас я хочу просто обратить внимание. Вот мы ходим постоянно мимо этих домов. Глаз замыливается, но я хочу просто вам показать одно дерево. Это дерево, это называется черемуха. Это черемуха маака. Есть такой, был такой, вернее, исследователь Дальнего Востока, маак Ричард Карлович. И вот в 1860 году или в 1850 он описал эту черемуху, на Дальнем Востоке нашел ее и описал. Она здесь не растет. Это экзот для нашей местности, для Сибири. А на Дальнем Востоке, он произрастает, и местное название у него — медвежья ягода. Это род сливы, но называется она черемуха маака. Ричард Карлович много чего написал, оставил свой след. Есть и бабочка маака, и бересклет маака. Но вот этот это растение, повторюсь, это экзот для нашей Сибири, нашего климата. И он просто был привезен людьми, которые приехали на строительство Кашнянская ГЭС и взяли с собой частичку своего дома, вот это вот дерево, и посадили его. И таких деревьев, я так понимаю, что я встречаю эти деревья, их немало в городе, потому что, скажем так, землячество Дальнего Востока, оно было представлено не одним человеком. То есть приезжали строить ГЭС не только с Запада, из Иваново, но и со всего Советского Союза. Вот. И вот такая вот память осталась о человеке, который посадил это дерево. Вот.